Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас Mercedes-Benz World Racing. Мы продолжаем проходить эту игрушку про Мерседесы. Так, сейчас я поправил стул. Вот. Коробка передач ручной тормоз нам здесь не понадобится, потому что здесь немножко неадекватно работает вот эти девайсы, но руль работает очень круто. Я еще раз могу это повторить. Так, у нас впереди заезды в, я не знаю, что это, в части абсолютные новички. В общем, 4, 5, 6, 7. И вот нам осталось вот это вот 4 с 4 заезда. Ну, я думаю, по 2 или 3 мы проедем, в зависимости от сложности. Автомобиль у нас Е240, 3 круга. В итоге 9 километров мы должны проехать по такому кругу. Я уже вижу неплохую длинную прямую. Даже 2. Вот, ну и тут какие-то завитушки. Ладно, Невада, это у нас аэродром. Ну да, какой-то там база какая-то. Ладно, поехали. У нас отключена система стабилизации с системы ABS. Поэтому справляемся с машиной как можем. Что-то я забыл, что поворот-то. Ой, что-то совсем как-то плохо начали. Я тут во все врезаюсь, блин. Так, занос. И прямая. Довольно длинная. Но за впереди идущей машины я не могу пока угнаться. Он мощнее. Возможно, он даже уходит. Как-то это очень большая мертвая зона на руле. Я вообще кручу, вообще похеру. Ладно, настроим. Все? 130 км в час? Блять, я на Peugeot больше еду на своем. В жизни в реальной. Я на ней 170-180 разгонялся. Ну 180, нет, 175 где-то там. На моторе, блин, 1,6. Что-то мне как-то вообще это не нравится. Ну-ка. Нет, это не то. Блин, ну ладно. Справимся. Блин, нам надо догнать вот эту вот сучку впереди. Да, догнал я. Так, была какая-то здесь мертвая зона. Я вроде как ее убрал. Давайте-ка еще разочек. Ну вот, другое дело. Не, ну он все равно он поворачивается, да. У него, видимо, на скорости он начинает потише поворачивать.
Бля! Я забыл про вот эту дрянь. Блин, без АБС, конечно. Такое себе. Джон! Ты не охерел? Есть что-нибудь в этой игре побыстрее? Тут можно даже рулит, кстати, отпускать. В принципе, машина-то едет неплохо. И, ну, имеется, удерживает траекторию. Блин, я его не догоню такими темпами. У меня еще на хвосте висит какой-то мерин. Да давай! Поворачивай, ёпта! Это трындец какой-то. Подрежем. О, затупка. Нифига себе, какая затупка была. Блин, ну это из-за автомата. Бля. Так, ладно, пробуем еще разочек. Теперь попробуем максимально оттормаживаться перед поворотами. Это, конечно, комом. Теперь нужно максимально ускоряться. Блин, адекватно бы еще карабас тут работал. Я бы на лепестки переключил. Или бы на... вообще на это, на сегменталку. Но, видать, здесь автомат в этом Мерсе настолько тупой, ну, что я просто не привык к такому. Он очень долго переключает передачи, долго думает. Ты чё? А, может он так наказывает меня за срезку? Я хрен знает, что произошло, но мы почему-то очень сильно замедлились. Бля, это пиздец. Немножко не спортивненько. Мы его резанули. Так, едем. Но это первый круг. Еще два. И вот он нас прошел. Слишком поздно тормозил я. Ладно, попробуем вырваться. Надо было прям пихаться на внутреннюю. Блин, у нее скорость выхода больше. Не догоним его. Опять меня на этом повороте развернуло.
Да ёб твою мать! О, господи. Лютая какая-то гонка. Блин, здесь главное никого не пропускать, я так понимаю. Не-не-не-не-не-не, блядь! Он уходит. Он уходит, он... Я не могу его догнать. Он сумасшедший, просто какой быстрый. Только так. Ну, что я могу поделать? Я уже хочу пройти эту хрень. Но они вообще не отстают. Опять какой-то вот появилась херня на руле. Какая-то мертвая зона. Ну ладно, хер с ней. Я так понял, здесь это хроническое. Вот ошибка. А у нас, тем не менее, третий круг. По-хорошему-то ошибаться нельзя. Ой, блядь. Сука! Я последний. Бля, если было бы ничего страшного, типа, ну ок. Потом, типа, отыграемся в другом чемпионате. То здесь так не пройдет, тут надо быть первыми, блин. Не, это все, друзья. Три круга отлично держался, но вот потом... Ой, дружище, нагрелся. А, меня уже обогнали. Я на самом деле четвертый, у меня машина справа какая-то, слева. Почему они все на универсалах, а я на седане? А, нет, не все. Там есть седанчик. Так, надо опять на первую строчку. Если они меня грязно разворачивают, значит и я буду грязно играть. Вот, правда, коробка у нас говно. Ну, я думаю, у них такая же. Что это за переключение? Блять. А спидометр вообще до 260 размечен. Куда на этой машине 260 ехать? С горы только. Соответственно. Ух ты, блядь. Не надо здесь. Максимально тормозим их в узких поворотах. Ну их нафиг. Все, финишная прямая. Согласен, я резал дофига, но что поделать. Готово. Фух. Лучший круг у кого? У Джона за 2 минуты 1 секунду он проехал его. Так, ну честно, игра у меня на 85% только. Вот, и давай следующую посмотрим. У нас Давид и Голиаф появилась. Это у нас А190 Twin. 5 кругов. Тестовый центр 8. Ого.
Какая? На чем же мы... А, ну мы будем на 190-м, а против нас что будет? Гелик, что ли? Вдвоем хреначимся. Ну, у нас, кстати, полноприводная машина. О, здесь побольше трек. Ого. Ничего себе. Ну, кстати, Ашка неплохая. Она и разгоняется прям хорошо. Порезал маленькое углы. Блин, купеха это нормально едет. Ого. Блин, я этот трек еще просто не знаю. Я думал, он как по-старому. Так, ну ладно, мы первый круг ему слили. Причем мы продолжаем отставать от него. Почти 2 секунды. Ну давай, догоним тебя. На секунду сократили. Давай, 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 давай. Так. Прикоснулись к нему. Так, объехали. Пошире. Срезали. Ну да, в настоящей гонке, конечно, нам такого не простят. В нормальной. Как срезку засчитают. А он, кстати, к нам приближается. У него машина, возможно, что помощнее чуть-чуть. Эта машина, мне эта машина даже больше нравится, чем предыдущая. Этот E240 вообще никуда не едет. Вот эта вот вообще крутая. Она вообще нормально тащит. Нормально, летим.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что, блядь? Сука, не, ну конечно я виноват. Но... Блин. Что, блин, с моей Ашкой стало? Она так прикольно потеряла управление. Мне кажется, она как будто качалась. Из стороны в сторону. Ох. В заносе. Так, ну у нас будет впереди последний круг. Нам точно нельзя оплошать. Иначе я, блин, буду целую вечность записывать всю эту дрянь. Так, вот здесь я, да? Вылетел. Мы это сделали. Ну, конечно, грязно, но... Что поделать. Йоко. Лучший круг, кстати, у нас минута 34. Так, ладно, продолжаем. У нас будет в следующем видео уже заезд по городу. Я так думаю, что еще откроется какая-нибудь хренотень. Если мы сделаем вот. Ну, а пока на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На канал, точнее. Оставляйте комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы и стримы. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. We'll be right back.